Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. Это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим о новостях прошедшей недели в мире плагинов и музыкального оборудования. И начнем мы с компании Waves, которая анонсировала на этой неделе новый плагин, который называется NX Ocean Way Nashville. Это еще один плагин в коллекцию от подбренда NX, скажем так. То есть это такое направление плагинов, которое предназначено для эмуляции виртуального помещения в ваших наушниках. То есть этот плагин состоит из специального трекингового ПО, который отслеживает положение вашей головы. В качестве следящего элемента может быть веб-камера вашего компьютера, либо специальный трекер, который также продается у Waves, через который, собственно, софт понимает, как расположена ваша голова, и вы как бы оказываетесь в этой виртуальной комнате. То есть у вас в наушниках создается пространство, и вы, когда крутите своей головой, вы слышите, как будто бы и меняется звук, как будто бы вы сидите перед настоящими большими мониторами. Ну, тенденции понятны, как я уже говорил неоднократно, сейчас многие компании именно делают на это упор. Тот же Slate Digital, мы уже говорили о его наушниках, и тоже софте, где воссоздаются разные окружения, где можно послушать свой микс в разных окружениях. И Waves тоже не отстает. У них уже, кстати, был подобный плагин, который назывался Abbey Road. Ну, собственно, воссоздана студия Abbey Road. Они начали с нее. Сейчас они добрались до студии, культовой студии в Нэшвилле. Это реальная студия Ocean Way. И, собственно, вот еще один вариант для студии. То есть обладатели этого плагина могут послушать в наушниках свой микс в той или иной студии. Но что удивительно, на сайте написано, что просто достаточно любых наушников. Я, честно говоря, не очень знаю, как это работает. Наверняка там нужно загружать какую-нибудь характеристику ваших наушников конкретно. И вряд ли это работает прям со всеми наушниками так, как оно должно работать. Но, в принципе, технология довольно понятна. И там даже есть дополнительные настройки, что вы можете вбить свои размеры своей головы, например, чтобы плагин еще лучше ориентировался вот в как виртуальном пространстве, как вы находитесь, и когда вы будете крутиться или что-то делать, вы будете слышать изменения в наушниках, как будто вы действительно сидите в студии. В этом, собственно, идея этого плагина. Я, честно говоря, не знаю, я сам никогда не пользовался подобными плагинами. Я уже говорил, что мне интересно было попробовать новые наушники от Slate Digital, что они сделали. Но там понятно, там хотя бы наушники специально затачивались под это. Насколько вот софт от Waves грамотно работает. Но некоторые коллеги мои на том же YouTube говорили, что в принципе Abbey Road довольно классно работает. То есть можно иногда действительно проверять свои миксы в наушниках, особенно у тех, у кого, скажем так, помещение не подходит для контроля микса или, например, в каких-то полевых условиях это может сработать. Так что, если вам тоже это интересно, обязательно перейдите по ссылке в описании к этому ролику. Там будет сайт Waves, прямая ссылка на этот продукт. И именно сейчас его продают всего лишь за $35. То есть так он стоит, по-моему, около $200, полная цена этого плагина. Но именно сейчас, в такую предпродажную неделю, он стоит всего $35. Поэтому, если вам интересно, переходите, пробуйте. Ну и потом напишите, как вам вообще впечатление, понравилось или нет. Вторая новость про мою любимую компанию Behringer, без которой я не обхожусь ни в одном выпуске. Но так получается, что они все время подкидывают инфоповоды, во всех случаях те, на которые обращаю внимание я. И на этой неделе они наконец-то выложили новое видео в преддверии новой выставки NAMM 2021. Они показали, что уже практически готова к производству и к финальному релизу драм-машина RD9. У меня вот здесь вот сзади видна машина RD8, которую я купил пару лет назад и очень ей доволен, уже сделал несколько роликов и песен вместе с ее участием, скажем так. И мне очень интересно также купить RD9, я ее очень жду. Ну, собственно, это 909-я Roland, скажем так, переизобретенная Behringer'ами, как они любят. То есть они, помимо того, что взяли оригинальную аналоговую схемотехнику, они еще добавили пару своих новых фич. И они, кстати, сделали на этом акцент, что там можно отключать эти фичи и делать как бы прям полный оригинал. Потому что там некоторые фичи были недоступны в то время в оригинальной версии 909. И они как бы отдают дань уважения, воссоздали полную одинаковую ту же самую схему, но еще сверху добавили свои фишки, которые можно отключить, если вы прям вот true sound 909 барабан установки. Ну, то есть для всех, кто делает танцевальную музыку, хаус, техно, хаус, это прям вообще must have. Но я сам тоже, мне очень интересно, потому что я очень люблю звучание 909 барабанной установки.
и часто использую 909-е хэты в танцевальных миксах, они всегда очень классно заходят, даже если это нетипичный хаус. Так что я лично буду следить за новостями, как только она появится в продаже, у меня будет возможность ее купить, я обязательно это сделаю и обязательно сделаю обзор в своем блоге. Но еще одна небольшая новость о том, что помимо 909, ну или RD9, Behringer также уже готовы практически к релизу пустить UBX-A. Это тот синтезатор, о котором я говорил еще в прошлом выпуске, из-за чего у них небольшие терки с Sequential и с Томом Аберхеймом. То есть это синтезатор OBX-A, который они назвали UBX-A, естественно, чтобы уйти от копирайтов. Но это тот же самый синтезатор, и как Behringer написали у себя в соцсетях, первая партия из 100 штук уже готова, и она отправилась на тест к их тестерам, у которых есть оригинальный Оберхейм. То есть они будут сравнивать прям звучание один в один, там все функции Behringerского синтезатора будут сравнивать с оригиналом из 80-х. И, видимо, давать какой-то отчет, Behringer это все как-то переосмыслит и уже пустит этот синтезатор, собственно, в финальную разработку, финальную доработку, точнее, и уже в производство. Так что я тоже буду за этим следить, потому что этот синтезатор мне очень интересен. Я, на самом деле, недавно узнал, что Behringer над ним работали все это время. И я уже задумываюсь о том, что себе, возможно, его тоже приобрету. В общем, будем ждать новостей. Ну и поговорим немного о гитарах. Компания Vox анонсировала новую линейку гитар в этом году с довольно интересной такой причудливой формой, компактной. Но прикол в том, что среди линеек есть линейка под названием Vox Avena 1, в которой есть встроенный динамик и встроенные эффекты. То есть вы можете прям, грубо говоря, взять гитару и прям через нее играть. Ну, скорее всего, там какие-то аккумуляторы используются, но... Прикол в том, что вам не нужен комбик, вам не нужно электричество, вы просто берете гитару, включаете ее, подключаете эффекты и играете прямо через динамик. Насколько он классно звучит, я не знаю, пока я подробного обзора именно этой линейки гитар не нашел, я просто увидел фотографию, меня это заинтересовало это в анонсе. Вы можете перейти на сайт Korg.us, который ответственен, собственно, за продажу этих гитар, и там почитать, ссылка также в описании к этому ролику, почитать подробнее о этой линейке гитар. Но не только эта линейка была анонсирована, также были обновлены старые линейки, добавлены полуакустические гитары новые для джаз-музыки. В общем, мы уже говорили в прошлом выпуске о гитарах Fender. Вот, если вам интересно, посмотрите Vox. Вот меня лично заинтересовала вот эта гитара с динамиком. Будет интересно послушать, точнее, как она звучит, буду ждать видеообзоры. Ну и по традиции давайте перейдем к бесплатному софту. На этой неделе появился плагин, который называется Puncher 2 от компании WA Production. На самом деле есть уже полноценная версия этого плагина, она давно уже доступна, но, видимо, ребята решили сделать такую очень емкую версию, маленькую, уменьшенную, но функции в ней тоже довольно интересные. Это, скажем так, объединенный компрессор и Transient Shaper в виде одного плагина, в котором всего три ручки, там объединены разные типы компрессии и, собственно, Transient Shaping. То есть, опять же, на сайте вы можете посмотреть видеообзор конкретный от самих разработчиков, там все, в принципе, понятно, что он делает, но за счет него можно действительно некоторые инструменты очень быстро уплотнить. То есть это тот самый такой one-knob практически плагин, где вы быстренько его ставите и наруливаете характер динамического звучания, как вам нужен. То есть он работает хорошо и с живыми инструментами, и с битами, и с живыми электронными барабанами, и с, в том числе, синтезаторами. То есть, опять же, на видеопримере есть все эти инструменты, и, в принципе, он работает довольно хорошо. Не сказать, что там прям какое-то откровение, но если у вас подобного плагина нет, и вы что-то хотели получить, да еще и бесплатно подобное, вот, переходите по ссылке в описании и скачивайте этот плагин. Компания Clang анонсировала бесплатные сэмплерные библиотеки для сэмплера Contact, которую можно скачать абсолютно бесплатно с их сайта. Напоминаю, что ссылка будет в описании. Почему я обратил на них внимание? Довольно интересные инструменты. Они довольно минималистичные, то есть там нет большого количества управления. Там несколько этих инструментов представлено, но некоторые из них довольно интересные. Например, там есть инструмент, основанный на жужжании лампы усилителя, либо на жужжании неоновой лампы. Ну, вы прекрасно представляете, что это за звук. Включенные неоновые лампы.
И этот звук был взят за основу этого сэмплерного инструмента, добавлены сверху определенные эффекты, алгоритмы, и получается довольно интересный такой органический звук. То есть можно попробовать, потестировать. Там разные есть элементы, есть виолончель, тоже определенным образом интересно записанный. Есть софтовый инструмент, который составлен из сэмплов маленьких различных старых самбо-записей, то есть записи самбы, вместе с разными перкуссионными рисунками латинскими. То есть довольно интересный инструмент, и если вы ищете новое какое-то звучание, что-то необычное, где сразу не скажешь, что это за инструмент и что это за синтезатор использовался, то однозначно это, эти библиотеки для вас. Переходите по ссылке, скачивайте, пробуйте. Я уверен, что вы сможете найти много интересных звуков для своих треков. Ну и напоследок еще один бесплатный плагин от компании Accentize, которая плагин называется Pre-Fed. И что из названия следует, что это предусилитель, основанный на транзисторной схемотехнике. И, собственно, этот плагин, он работает как предусилитель, сатуратор, такая ручка овердрайва. То есть тоже, на самом деле, довольно простой плагин, в котором не так много настроек. Но прикол в том, что, как заверяют разработчики, в него вшита нейросеть, которая анализирует тот звук, который, собственно, в этот прям поступает, и максимально точно, насколько это возможно, воссоздает поведение транзисторного оборудования. И вот эти гармоники, которые генерируются, они генерируются каким-то особым умным методом с помощью, собственно, нейросети. И вы можете подкрашивать звук, добавлять характер, собственно, транзисторного аналогового оборудования, либо вообще делать такие уже перегрузный звук, как овердрайв. В общем, интересный плагин, также абсолютно бесплатный. Переходите по ссылке в описании к этому ролику и скачивайте, пробуйте. Этот плагин доступен абсолютно бесплатно. Ну что ж, на этом выпуск подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю. Я напоминаю, что рубрика Quick News выходит каждое воскресенье. И чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подписывайтесь на канал Logic Pro Help. Но здесь помимо новостей также выходят обучающие уроки по Logic, разные анонсы наших новых курсов, и не только, мы много чего интересного для вас готовим. И также не забывайте вступать в наш чат, телеграм-чат, закрытый клуб, ссылка также будет в описании к этому ролику. Мы там общаемся, обсуждаем различные темы, вопросы по лоджику и не только, по музыке, обменимся опытом, там уже довольно много участников, так что присоединяйтесь, если вы еще не там. Я также всегда там на связи, вы можете мне задавать любые вопросы, я с удовольствием отвечу. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, попробовали ли вы что-то из того, что я вам советую и рекомендую в плане бесплатных плагинов. Очень интересно ваше мнение. Ну и не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а с вами был Дмитрий Урсул. Всем желаю успехов в творчестве. Увидимся с вами ровно через неделю. Всем пока!